президенту больше полномочий для борьбы с коррупцией. Теперь глава государства будет регулировать проверки чиновников. Накануне Вадим Красносельский подписал антикоррупционные законы. Сейчас чиновники и те, кто претендует на должности в госструктурах, обязаны предоставлять сведения о своих доходах и имуществе. Это касается и жен, и детей госслужащих. Раньше проверки делал либо работодатель, либо милиция. Теперь контроль усилят. Президент будет назначать тех, кто еще получит доступ к информации о доходах госслужащих. Появится возможность делать запросы в банке. О контроле коррупции говорили во время недавнего эфира с президентом. Чем больше контроля, тем лучше. Поэтому я нацеливаю и общественный контроль, и структуры, естественно, специфические, профильные, как Минфин, как Минэк, как ОБЭП, как МГБ и так далее. И вместе с общественностью должны контролировать расходование бюджетных средств. Это должны все понимать, и все, кто берется исполнять фонд капитальных вложений, должны об этом знать, что проверки будут в отношении всех, что без аукционов ничего не получится. Открытый торг, и так должно быть, и так и будет вот, впредь. Поэтому, да, мы, конечно, экономим и направляем, но, естественно, мы не должны допускать злоупотребления ни на каком уровне. Это тоже как бы одно из правил. Законы вступят в силу в течение 2 месяцев.